Итак, ребята, всем привет! Появился метод завода Wi-Fi Broadcom, это Fenwick T919 и все Wi-Fi модули с AliExpress, то есть которые были нативные, вплоть до Ventura. Как всем известно, Apple выпилила с macOS Sonoma эти вот модули. Давайте заведем Wi-Fi. У меня Broadcom Fenwick T919. Куплен на Алиэкспрессе, ну, года 3, по-моему, назад, да? Во времена Big Sur, macOS Big Sur. Поехали. Первое, что мы делаем, это мы монтируем EFI раздел. Так, вот, мы берем, монтируем. Смонтировали EFI. Теперь открываем его. Вот наш конфиг. Первое, что делаем, это отключаем System Integrity Protection. Это важно. Без этого ничего работать не будет. Пишем 0.3.0.8 и 4.0. Добиваем 4 нулями. Все. Далее идем в папку кексты. Конфиг мы не закрываем. Вот наша папочка. Вот кексты. Вот три вот эти кекста нужно сюда перенести. Ну, мы их скопируем и вставим. Далее. Я подготовил такой plist файл, в котором уже прописаны кексты и параметры. Мы идем к kernel, add и перемещаем сюда вот эти кексты. Значит, берем, выделяем, раз, два, три, четыре, и сюда их. Далее блок. Идем, блок, это удаляем, а вот это вот два параметра перемещения. То есть вот, вот так вот должно быть прописано. Что касается кекстов, ядро x86-64 должно быть. По ключам в NVRAM, для меня это сработало, обязательно данный ключ вписываем в NVRAM. Вот и все. Далее мы с вами перезагружаем компьютер, мы сохраняем конфиг. Перезагружаем компьютер и обязательно делаем reset NVRAM. Давайте перезагрузимся и продолжим. Итак, ребята, после перезагрузки у нас Wi-Fi уже активен. То есть вот включается, но не видно сетей. Нам нужно в систему прописать фреймворки. То есть добавить фреймворки в нашу систему. Для этого нам нужен OpenCore Legacy Patcher. Открываем его, нажимаем Post Install Root Patch. И доступны патчи для нашей системы. Networking Modern Wireless. То есть вот. Start Root Patching нажимаем. Вводим пароль и ожидаем. И перезагружаем компьютер, чтобы патчи применились. Давайте перезагрузим и посмотрим на уже результат. Ребята, смотрим на результат. Wi-Fi рабочий. Пробуем подключиться. Сеть требует пароль. Вот. Вводим пароль. Подключено. Известная сеть. Вот так вот просто на macOS Sonoma завести Wi-Fi, которые были куплены на AliExpress. Лайк, подписка, комментарий. Всем спасибо. Всем пока. До встречи в новых роликах.